радуйся, невесто, не невестная, царице мати Деву, руно все покрывающее. Радуйся, невесто, не невестная, превышая небесных сил, нетварное сияние. Радуйся, невесто, не невестная. Когда сын подходит или дочь и спрашивает, хлеба у нас, да? Что, мы камень подарили? Нет, мы не будем говорить, да? Или Господь говорит, если к вам сын подойдет, рыбу попросит, да? Что, вы змею дадите? Вот, нет. И он говорит, если человек, которому может быть столько лукавства, да, столько страстей, благое может даровать чадо, то уж он, тем более Отец Небесный, даст просящим чаду мне. Вот, почему мы с вами чадо? Когда ученики подошли к Христу и спросили, Господи, как нам молиться? И эту молитву должен знать каждый. Вот. Как она называется? Молитва «Отче наш», да? И Господь говорит, молитесь такими словами. «Отче наш», да? Ну и дальше. Вот. А кто может отцом называть? Только чадо, правильно? Вот. Поэтому Господь таким образом устанавливает отношения между человеком и Богом. Это как отец и сын, как отец и дочь. Да? Поэтому мы все чадо Божие, вот, к нему стремимся. Святая Богородице, радуйся, невеста, не небесная, царице мати Деву, руно всех покрывающее. Радуйся, невеста, не небесная, превышая небесных сил нетварно.